Хотя в Европе уже полтора года как продается второй Duster, в Индии, как и в России, смена поколений задерживается. Поэтому индийцы проявили смекалку и обновили свою модель малой кровью, так, чтобы внешне устаревающий кроссовер походил на Duster 2. Обновленная машина получила хромированную решетку радиатора с характерным рельефом, фары со светодиодными ходовыми огнями, рельефный капот, двухцветный передний бампер и 16-дюймовые колесные диски Эверест. В салоне новая медиа-система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. И новый руль. К слову, в России такой уже ставится на локальные модели Renault. Технику решили не трогать. Полуторалитровый бензиновый мотор комплектуют передним приводом, пятиступенчатой механикой или вариатором. А дизель такого же объема предлагают в двух версиях. Младшая с пятиступенчатой ручной коробкой, старшая с механикой и полным приводом, или шестидиапазонным роботом и передним приводом. Рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport раскроется на специальном мероприятии в Таиланде. Опубликованный тизер подсказывает, что модернизацию проведут по образу и подобию соплатформенного пикапа L200. Поэтому предскажем светодиодные фары, цифровую приборную панель и электропривод задней двери. Будут ли изменения по технике, неизвестно. Сейчас Pajero Sport продается в России с 3-литровой бензиновой шестеркой и дизелем 2.4. Все модификации полноприводные. Коробка передач, шестиступенчатая механика или восьмидиапазонный автомат iSync.